Ой, время истекает. Может, что-то важное еще сказать. Ну, вот фотография. Знаете, откуда она? Ну, правильно, человек спрашивает, а что же мне делать-то бедному? У меня дерево вот так вот дохнет, у нее эти самые. Вот такая страшная вещь. Догадались, что ему посоветовали? А сказать? Все это вырезать. Оно бы и так бы могло залечиться. Нет, все это вырезать, замазать. Но почему никто никогда не сказал, вопреки самому себе, вот она причина, вот она, вот она, вот она, намотана, вот она. Вот она причина. Но неужели не видно, что вот эта вот страшная рана на кольцо и есть причина того, что вот это уже вторично, вот это вот. Ну разве можно вот так вот не знать элементарные вещи? Еще страшная вещь. Страшная. Вот за это надо не просто морду бить. Тут должен спецназ. Вот. И таким людям их надо изолировать как? Штраф дичайший. Потом изоляция от всего от этого самого. Вот. Суд и запрет заниматься то, что называется агитацией вот этой вот псевдонауки. Читаю. Поддерживающая терапия. Терапия. В первую очередь надо запустить корни и кору яблони. Запустить. Все это сделать для примитивного просто. Разогреваем кору бороздованием. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль до древесины одной целой линии до самой земли. Ставьте. Это у меня тут. Ага. Вот нож, да? Вот стою вот так вот. Все дерево. До самой земли, начиная от веток. Вот. Одной целой линии. На ветках с одной борозде, на стволе две, двух сторон. То есть потом еще зайти с той стороны и опять вот это сделать. Теперь смотрите, что за кору было придумано. За это, за природу. Кора стягивает ствол хомутом. То есть получается, кора мешает дереву развиваться. Так и написано. Мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем хомут, то есть вот так. Лопнула кора, мы ее разрезали. Ствол утолщается, а так он не мог утолщиться. Ни за что. Борозды следует замазать глиняной болтушкой. Коровяк, ну вы знаете, что такое коровяк? Это дерьмо свежее из-под коровы. Зола, медный купорос, новосила. Про тлю уже у меня сил нет, давайте в следующий раз поговорим. Вот тут много еще дури. Очень много дури. Вот видите, что вы должны срочно это. Но я просто остановлюсь на этом дичайшем способе. За это и морду бить надо. И самих таких травить надо. Как сделать, чтобы их это ведь? Их же тоже кто-то научил. Что надо проводить вот эти линии, это я уже 100 лет знаю. У меня этот сад был уничтожен хозяином. Я рассказывал. Абаза. Валерий Константинович, приезжайте, помогите. Сад погибает. Я в него этих 6 миллионов вложил. Я приехал. Человек, у которого цех по производству напитков. Каких напитков? Это же... Но в основном у него напитки были из дикоросов. Все, что из тайги. Там дикая малина, дикая смородина. Голубиха, потом, значит, это самое. И, в общем, все, что растет тайге. А он решил посадить сад 8 гектар, промышленный сад. Его запретили приезжать, а он простой, опытнейший мужик, бизнесмен. Мало того, что это цех, он еще директором завода был, директор завода по этим самым там механизмы для горных работ. Уважаемый человек, и этот уважаемый человек именно в садоводстве, дурак дураков, он сказал, позорьте меня. Он мне сам дал эти фотографии, которые, и вот на этих фотографиях, кроме всего прочего, было еще и вот эти вот. Книгу читал, не буду называть автора. И вот эти вот самые, да, борозды, это их как своими руками сделал. И угробил тысячи деревьев.
А вот этот человек ни мозгов, ничего. Ему просто нужно было, как я понимаю, вот это продать. И ради этого все это придумано. Вот это. Потому что если не привязать корову, и вообще ничего нет. Вот этого нет и быть не может. Но сказать, что разогреваем образованием, не калечим образованием. И получается, кора, оказывается, мешает дереву. Кора – часть дерева. Вам, этот, ты специалист долбанный, тебе кожа, которая у тебя везде, на животе, на спине, на руках, вот, ты себе, чтобы у тебя развивалось дальше, может быть, ты занимаешься, ну, возьмем людей, которые занимаются профессионально, там, бодибилдингом, да, вот такие мышцы. Им что, кора мешала мышцам нарастать? Или он тоже в себе повязал, чтобы мышцы аж вылазили оттуда? Как можно живое дерево калечить, поймать? Ну, только ради чего? Травить это, чтобы потом вот это все целое это. Не могу я такое смотреть. А потом стрижка. Убираем лишние верхи, разгружаем низы, осветляем, запущиваемся. Это искалечить, просто взять дерево, вот так же, как эти же учат калечить эти же самые выпускницы Тимирязева. Все, больше не могу. Заканчивать буду с этим. Мне наверняка там что-то очень важное. Это в следующий раз. Вот долба... Фу. Вот, видите, как защищают деревья от муравьев. И в следующий раз покажу, но уже прокомментирую. Вы представляете, это какую надо иметь один дурак, этот самый, придумал, что муравьи враги, а у людей фантазия-то богата. Как же мне от них избавиться? И совершенно не повинные ни в чем люди начинают калечить деревья. Что там под этим творится-то? Гниение творится. А потом, когда погибли, скажут, ну не смог с муравьями справиться. Уничтожили муравьи мое дерево. Мои персики самые высокие в мире. Это не привиты. Сейчас бы что-то очень важное бы зацепить. Вот. Вот здесь я должен был начать этот разговор. Вырезать целиком нельзя. Раны делать нельзя. Отсюда пойдет мороз. И вот это все, что выше, начнет погибать. Но как это доказать этим? Уже не знаю, как. Не лезьте вы своими советами. И вот это вот подвой, да, он это привито у меня, это мой сад, это слива Грация, что это слива привита на подвойный абрикос, вот, и вдруг вылезла эта ветка, она только поможет, она не может соревноваться с этим. Дальше можно не расти, подрезать, подрезать, но кто, если эту ветку отрезать, кто будет кормить корни? Это сразу дерево станет плохо. Почему вылезла эта ветка? Потому что там дальше можете убедиться, если рядом бы стояли, если бы специальности выдал. Я срезал десятки веток на прививку. Десятки просто последнего года. Вынуждено вылезти. Это инстинкт, это обязательно. И тут же поступит вот так вот, опять же им покажи, они там сидят и ждут вот таких дебильных вопросов, типа того, что же мне делать с этой веткой. 100% из 100. Спорю на ящик коньяку. Самого дорогого, 1 000 000 рублей. Вот. Кто-то пошлет вот это туда, и они скажут, срочно отрезать это. И плевать, что сюда пойдет мороз. Плевать, что корни не без глюкозы останутся. Все, заканчиваю. Прививка венгерки слива на абрикос. 21 августа. У меня есть посвежее даже. Одно из интересных новых качеств межвидовых прививок. Они стали поздними. Ой, 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 ой. Ой. Перчиковая мичурина. Была желтой. А что я сделаю? Что я сделаю? Кстати, градации не существует. Вам этот снимок снится. Перчиковая мичурина. Даже слева, да, она и слева. Но какая? Ой,
Какое это чудо? Это чудо создано моими руками. Длинная история, я о ней рассказывал. Моими руками. Она желтая должна быть. И первый самый снимок, сделанный 15 лет назад, желтая. Что будем еще? Теплицу еще раз будем проходить. Одно из самых старых деревьев. Вот, чернослив. Роска красавица. Того самого Чернышева. Буду рассказывать с придыханием. Смотрите сюда. Вот это, видите, на этом закончу. Это собрал Сергей со своей командой. Много, также целый стол забит. Все приготовлено. Вот, видите? Дату видели? Видели, что все собрано? Тут немного, нет, тут очень много. Смотрите, дата. 11 августа. После этого он говорит: Константинович, я больше не могу собирать, мне больше столько уже не надо. Представляете, урожай с патриарха, если вот это было собрано до 11 августа, я же не цифры эти я же не могу подделывать. Это все правда? Вот полностью стол забит, и еще под столом. И после этого, когда он сказал, все, мне хватит, после этого столько еще было. И это пришлось мне собирать жадному. Вот. Единственное, что вот пока один заказ, я заказал 500 штук с большой-большой скидкой. Он заказал таких 500. Пока один такой. Вот. Вот такие дела. Ну, на этом я и закончу, потому что еще раз призываю. Ребята, это ваш шанс. Это ваш шанс. Сегодня я есть, завтра меня нет. Вот. И в любой момент окажется, что вам... Нет, я вам еще покажу пару человек. Вот они. Есть две девушки, которые племянницы мои. Это мама Тимоши нашего, вы знаете. Потом еще покажу вам вторую племянницу. Вот. Но все-таки к ним такого доверия не будет, как ко мне. Выписывайте сейчас. Всем, увидите, там у меня стоит цифра. Ну, в каталоге, ну, везде цены растут, а подниму я. 25 рублей, а этот 25 рублей цена держалась 10 лет. И брали, брали, брали. Правда, с каждым годом по чуть-чуть, но меньше. А потом, в этом году я сделал вместо 25 в каталоге 30. Но я говорю вам, всем, кто меня слышит. Вот. На крупные заказы еще будет скидка. А это заказ обычно 50 косточек, 40, 100. Вместо 30 рублей косточка будет стоить 25. И вы сможете заказать лишних десяток, второй, третий. Пожалуйста, заказывайте сейчас. Это ваших интересов. Потому что это вещи, которые не поддаются никаким объяснением, только по принципу сперва вырастил, потом схватился за голову, думаю, а теперь надо понять, как это случилось. А оно все против генетики. Знаете почему? Потому что отрезая ветки, это не генетика. Это дурь людей, которые считают себя генетиками. Называют себя генетиками, и генетику называют истинной последней инстанцией. Ничего, оно никакого отношения к генетике не имеет. Их вот эти искусственные формы кроны, вот, бесконечная профилактика. Все, на этом я заканчиваю, как раз получилось минута в минуту. Внимание, друзья, мы сейчас переходим с вами, знаете, куда? Сейчас. Знаете, я до сих пор через день купаюсь в Енисее, но у меня насморк не проходит. Попробуй-ка, горная река. Температура уже близко к нулю. В горах уже снег лежит. Вот, попробуйте. Это я оправдываюсь. Откуда насморк? Вот в такой реке вылечить насморк. Бесполезно. Но общее самочувствие прекрасное. Так. Посмотрели еще раз. Хотите косат иметь? Вот семечки косточки. Кстати, ой, как хорошо, что попалось под руку.
это то, что я вышел в науке Ваулина. Кроме вот таких вот вышел, простенькие, видите? Вот. Даже маньчжурский патриарх и тот оккультурился. Когда урожай был меньше, они были уже очень даже симпатичны. Видите? Уже не скажешь, что дикарь. Это в этом году это получилась такая мелочь. В этом году. Вот. Ну куда урожай еще? Это после того, когда все было собрано, снова нападало. Посмотрите, на ветках столько же. Видели? Вот они на ветках. Я не выдумываю. Все.